прямо хочется, знаете, встать и зашагать парадным шагом. А вы знаете, в это время как раз все уже стоят. Да? Все зрители, да, и аплодируют стоя. Вообще замечательно придумано. Замечательно. И то, что из такого количества стран... Да, конечно, мы пытались приглашать оркестры, чтобы весь этот сводный коллектив был разнообразным, уникальным, безусловно, и в профессиональном отношении, и в жанровом отношении. Видите, здесь и военный оркестр, и флагоносцы, и танец, и почетные караулы. И вот и флот. Флот. Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корского военно-морского флота. Дух захватывает, когда вот абсолютно. Они... Абсолютно. А вот пошли датчане наши. Датчане, да. Ух. За ними наши суворовцы любимые. А вот они проходят... Арку. Арку. Светодиодную. Да, светодиодную, совершенно верно. Кстати, телевизионная придумка. И все время она менялась, чтобы напоминать триумфальные арки разных стран. Да. Ну, Франции, вернее, Парижа, Берлина, ну и так далее. Рима. В Риме их много, кстати говоря, даже древних. Да. Да, собственно, они и придумали триумфальные арки. Да, а как в другие времена рядом бы бежали мальчишки, женщины, сопровождали бы оркестр, да. Бросались бы цветы к ногам. Да, я думаю, что если бы оркестр сейчас шагал по улицам, то же самое было бы абсолютно. И на улице. И мальчишки, и цветы. И цветы. Времена меняются, но военная музыка остается. Сердце у людей остается, кровь пульсирует. Красота какая, а? Знаете, как достойные выходят, да? Абсолютно, абсолютно. А вот и наши немецкие друзья. Исполняют сводный хор Государственной Третьяковской галереи и Академического музыкального колледжа при